Сейчас мы с вами находимся и видим, как проводятся работы по организации городской ПЦР-лаборатории. Это решение было принято нами полгода назад, к сожалению. И бюрократическая волокита, и опять же таки никто не проходил данный путь, потому что мы шарахались, извините за такое выражение. Сначала нам сказали, что у нас достаточно мощности, чтобы лабораторный центр обеспечил регион, Одесский регион, не только город Одессу, в проведении тестирования. Потом мы вспомнили о том, что у нас есть противочумный институт, в котором есть лаборатория, которая может проводить ПЦР-тестирование. Оказалось, что эта ПЦР-лаборатория или лабораторный центр давно не использовался. Поломана вентиляция, и он так и заработал, но не на полную мощь, а сейчас, по той информации есть, не работает. То есть стоит лабораторный центр, который не работает. Но мы не можем зависеть от этих обстоятельств и ходить, извините за выражение, с протянутой рукой и стоять в очереди. Потому что город Одесса – миллионный город. Мы должны быть уверены в том, что наши медицинские работники, представители системы образования, те, кто работает с детьми, с людьми в социальной сфере, это центр административных услуг, который обеспечивает жизнедеятельность города, будут своевременно проводить, мы сможем оперативно проводить ПЦР-тестирование. Принято решение сделать свою городскую лабораторию со всеми требованиями, которые нам рекомендовали из Киева в очередной раз, выполним по всем современным требованиям и надеемся, чтобы в Одессе, в городе Одессе, была своя ПЦР-лаборатория, закуплено оборудование, все расходники, практически на 90% мы все закупили. Ждем только завершения общестроительных работ, когда мы поставим оборудование, начнем работать. И параллельно с этим провели обучение и подготовку специалистов для этой лаборатории. Но мы планируем 200 тысяч единиц в год. Планируем, пока открываемся под коронавирусную инфекцию, то есть работать будем начинать с коронавирусной инфекции, а дальше планируем расширять масштабы по вирусологическим, другим вирусологическим заболеваниям. Пока мы будем только для инфекционной больницы. Все, кто поступает в инфекционную больницу, мы будем тестировать в этой лаборатории. С учетом того, что закуплено очень хорошего качества оборудование, оно высокоскоростное, то есть мы можем исследовать за сутки проводить не менее 100 исследований в сутки, то я думаю, для масштабов пока инфекционной больницы это будет достаточно. Сотрудники имеют право работать в данной лаборатории микробиологического профиля. Это могут быть вирусологи, бактериологи. Согласно нормативной документации, у нас обучались, ездили в Феофанию, обучались на базе их лаборатории. Затем лабораторный центр предоставил возможность ознакомиться с оборудованием и подучить специалистов. Но также мы попросили помощи у наших университетов о возможности, возможно, отправки к нам специалистов. На данном этапе лаборатория находится, все лаборатории Украины находятся на переходном периоде до 26 года по приказу 644 о том, что мы должны перейти на систему менеджера качества медицинских лабораторий 115-189. На данном этапе данная лаборатория проходит ISO метрологическое ISO, это 10012, но с учетом того, что подготовка документов возможна в некоторых случаях только после того, как откроется уже лаборатория, потому что определенные замеры должны быть произведены, соблюдение всего технологического процесса, поэтому уже часть документации будет готовиться, когда помещение будет сдано в эксплуатацию. Но это займет определенное время, возможно, даже в течение месяца.